Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполетную зону на территории Украины. Сделать это невозможно на самой территории Украины. Можно только с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих. Мы в эту же секунду будем рассматривать их как участников военного конфликта. И уже все равно, какими там членами они являются. Членами, извините, каких организаций. Можно только с территории каких-то... Слава Украине! You can see right now quite a few flights. Zoom out, zoom out, zoom out, zoom out. As you can see, there's one place, obviously there's no fly zone right now, over Ukraine and a bit of Russia as well. But what's the one plane? The one plane that's flying right into the no-fly zone. Air India going from Umbertsar. Birmingham. So, Dad, we are not putting you on that flight. Do you understand? Do you understand? It is your choice entirely. It is fully flying into the no-fly zone. But yeah. So, but hey ho, we'll see you in 4 hours and 57 minutes if it gets to Birmingham. But yeah.